Где ты? Я найду тебя. Выходи, подлый трус. Хватит прятаться. О, нет. Она уже близко. Ах, вот ты где. Я вижу твой зад. Вылазь. Меня раскрыли. Ты зачем укусил меня, негодник? Но ты сама сказала, что у тебя отличный вкус. Это совсем не значит, что я вкусная, болван. За твою глупость мне придется тебя наказать. Бабушка, давай потом продолжим. К нам стучат, я пойду открою. Вечно тебе удается ускользнуть от наказания. Монстр! Бабушка, помоги! Кто посмел напугать моего внука? В этом доме он должен бояться только меня. Простите, как видите, я обычный человек. Не думал, что ваш внук так отреагирует на костюм милого монстра. Да, он немного нервный в последнее время. Ему приходится много учиться. Что вам нужно? Я работаю в детском парке, и у нас по случаю открытия проходит акция. Вот, взгляните. Приглашаю вас на открытие парка развлечений для детей. Первые посетители получат купоны на бесплатное посещение, а также колоссальные скидки на пиццу и напитки. У нас ваш внук сможет весело провести время, и это отлично скажется на его психическом состоянии. Может, в самом деле отправить себе в детский парк, чтобы снял там напряжение? А то совсем уже озверел. Бабушку кусаешь. Прости, бабуля, я нечаянно... От голода. Я согласна. Как к вам можно добраться? У нас есть автобус, на котором мы возим посетителей. Если желаете, вы можете отправиться со мной прямо сейчас. Скоро мои дела пойдут в гору. Благодаря моему новому парку развлечений я заработаю миллионы. А мои конкуренты, надеюсь, обанкротятся от недостатка клиентов. Ой, чуть автобус не пропустил. А вот и наши первые посетители приехали. Добро пожаловать в чудный мир! Уважаемые родители, пока ваши детишки будут развлекаться с нашими аниматорами, вы можете подождать их в ресторане. Скидки на пиццу и напитки я вам гарантирую. Когда все закончится, наш автобус отвезет вас домой. Прекрасно, я как раз проголодалась. Иди, доченька, отдохни от меня. Я от тебя тоже отдохну, хоть немного. Постойте, а купить билетики не желаете? За вход еще и платить нужно. Я думала, первый день бесплатно. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке. А у нас за небольшую плату вы сможете хорошо отдохнуть и получить скидки на дальнейшее посещение. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Вы не пожалеете. Ну что, детишки, вы готовы к развлечениям? Да! Тогда кто последний пройдет в зал, того я съем. Не беспокойтесь, это он так шутит. Да уж, для первого дня небольшой доход. Так дело не пойдет. Ведь еще нужно платить работникам зарплату. А денег с билетов как кот наплакал. Нужно переходить к моему второму плану. Если все получится, то я получу аниматоров-марионеток, которым не нужно будет платить. Больше аниматоров, больше популярность парка, больше популярность парка, больше денег. О да, я стану богат! Меня зовут Синий. Приятно познакомиться. Милые дети, у меня к вам большая просьба. Помогите мне изучить алфавит. Для этого нужно собрать все кубики с буквами. Но беда в том, что они потеряны, и их нужно найти. Начнем с моего первого аниматора. Если мой эксперимент с превращением сработает на нем, то сегодня будет хорошая возможность проверить его реакцию на детей. Надеюсь, все пойдет хорошо, и он не станет их есть. Иначе мой бизнес пойдет под откос. Эй, Синий, можно тебя на минутку ко мне в кабинет? Да, сэр. Сейчас подойду.
Дети, пока меня не будет, соберите, пожалуйста, все кубики в пирамидку. Кто найдет больше кубиков, получит конфету. Сэр, вы что-то хотели? Будь добр, залезь вон в ту капсулу и закрой глаза. Сэр, я не понимаю, зачем мне это делать? Объясните. Не беспокойся, все будет хорошо. Это всего лишь небольшая проверка на то, можно ли тебе доверять общение с детьми. А, понятно, так бы сразу и сказали. Погоди, голову надень перед тем, как войти. А зачем? Не задавай глупых вопросов и делай, как я говорю. Кстати, как поживают твои родственники? Я же говорил вам, что у меня никого нет. Я один, одинешенек, позабыт, позаброшен. Значит, никому ты не нужен и никто тебя искать не будет. Ну вот и замечательно. Постойте, сэр, что вы задумали? Нет! Выпустите меня отсюда! Как хорошо, что все хорошо кончается. А ты переживал. Где я? Кто я? Ах да, я забыл, что стер тебе память. Послушай, тебя зовут Синий. Ты цветной человек, прибыл к нам из волшебного леса. Есть и другие такие, как ты. Их мы называем радужными друзьями. А где они? Я хочу к друзьям. Не волнуйся, скоро они к тебе присоединятся. Сейчас мы находимся в парке развлечений для детей. Я твой начальник. Правда? Да, ты работаешь на меня. Причем, заметь, совершенно бесплатно работаешь. Вот это да. Ну ладно, раз вы мой босс. Ах да, я совсем забыл. Еще ты любишь убираться у меня в комнате, кормить меня, брить и водить в туалет. Не думаю, что я такое люблю. Что-то я сомневаюсь, что это действительно входит в мои обязанности. Ладно, забудь. Идем, отведу тебя к детишкам. Ты должен развлекать их, чтобы им не было скучно. Это уж точно входит в твои обязанности. Звучит интересно. Ура! Синий вернулся! Мы собрали все кубики, как ты и просил. Давайте играть в догонялки! Я люблю догонялки! Но ты обещал конфету тому, кто соберет больше кубиков. Конфету? Простите, но я не помню такого. Я что, зря старалась? Синий, принимай новых посетителей. Дети, проходите. Сегодня вас будет развлекать этот цветной человек. Я его боюсь. Не бойся, это не настоящий монстр. Это костюм. Я все равно его боюсь. Он нас съест. Синий, сними свою голову. Покажи ему, что ты человек. Снять, но ведь тогда я останусь без головы. И к тому же это, наверное, больно. Ведь ты снимал ее раньше. Да, я не помню. Сейчас попробую. Ничего не выходит. Давай мы поможем. И раз, и два. Тянем. Ай, больно, больно! Остановитесь! Я больше не хочу, чтобы вы отрывали мне голову. Все это очень странно. Синего как будто подменили после того, как он сходил к директору. Давайте лучше поиграем. Вы будете убегать, а я вас буду догонять. Пожалуйста, помогите слепому. Тут есть кто-нибудь? Почему вы молчите? Я же слышу, что кто-то рядом дышит. Я слепой, но не глухой. Издеваться вздумали? Отпустите, пожалуйста, я просто испугалась. Дяденька, тут в основном только дети. Отпустите девочку, ей страшно. Мальчик, а ты не отведешь меня к директору? Он обещал устроить меня на работу аниматором. К сожалению, я не знаю, где он сейчас. Ах, вот вы где. Куда же вы претесь?
Вы что, не видите, что тут дети играют? Мальчик, иди играй. Не отвлекайся. Дяди сами разберутся. Идем. Я отведу вас к себе в кабинет, где мы обсудим условия вашего приема на работу. Интересно. Слепой человек на работу аниматором? Кто-нибудь из ваших знакомых знает, куда вы поехали? Нет, никому до меня нет дела. Вот и хорошо. Замечательно. Что? Я говорю, как я вас понимаю. Семьи нет, друзей нет. Человек пропадет, никто и не заметит. Печально. Спасибо вам за понимание, добрый человек. Одевайте костюм, в нем вы будете работать. Теперь проходите вот сюда. Осторожно, не ударьтесь головой. Куда вы меня тащите? Не волнуйтесь, мы проведем маленькую медицинскую процедуру. Ее у нас проходят все сотрудники. Вы же хотите работать с детьми? Хочу. Ну, тогда придется немного потерпеть. Начнем. Что происходит? Выпустите меня отсюда! Кто я? Где я? Тебя зовут Зеленый. Ты прибыл к нам из волшебного леса, чтобы играться с детьми в моем парке развлечений. Вот, взгляни. Есть и другие похожие на тебя существа. И вы зоветесь радужными друзьями. Но я ничего не вижу. Меня это не волнует. С этих пор я твой босс. И ты выполняешь мои приказания. Да, босс. Будешь кормить меня с ложечки. Брить, мыть и водить в туалет. Нет! Что значит нет? Я же твой босс. Но вы сами сказали, что я прибыл сюда, чтобы играть с детьми. Уважаемые родители, на сегодня мы закрываемся. Завтра у нас появятся новые аниматоры и новые скидки на пиццу. Наша акция продлится 3 дня. Автобус будет приезжать за вашими детьми и привозить обратно домой. Так что мы надеемся, что вы отпустите своих милых карапузиков к нам. Доедай быстрее и иди делай уроки, понял? Но бабушка, я ведь должен был сегодня поехать в детский парк развлечений. Ты что, забыла? Ты вчера там был. Хватит с тебя, пора за уроки браться. За учебу можешь не переживать, бабуль. Когда я вырасту, то пойду работать грузчиком. Там знания не понадобятся. Так что, пожалуйста, давай поедем в парк развлечений. Грузчиком, говоришь? Тогда вот тебе задание. Перенеси все эти ящики с железяками на чердак. Ого, нет, я передумал. Хочу учиться, но одного выходного недостаточно, чтобы хорошо отдохнуть. Сегодня должен появиться новый аниматор. Я очень хочу на него взглянуть. Да и ты, к тому же, сможешь покушать там пиццу. Ты ведь хочешь пиццу? Ладно, но это в последний раз. Завтра возьмешься за уроки. Сегодня еще больше людей приехало. А вот и новый аниматор. Играем в прятки, дети. Я вас не вижу, поэтому все по-честному. Начинайте прятаться. Прячемся быстро. Он такой страшный. Ой, он идет сюда. Он нас все равно не видит. Я слышу, что кто-то рядом дышит. Ага, попалась. Я слепой, но не глухой. Странно, тот слепой дяденька, который вчера приходил к директору, также говорил. Вот так совпадение. Все это очень странно. Еда. Тортик. Вкуснятина. Люблю поесть. Зачем ты съел торт? Босс сказал, что это для детей. Простите, не удержался? Дело в том, что я спортсмен.
много бегаю, и мне нужно много есть для восполнения энергии. Так что я всегда голоден. Это место только для детей. Зачем ты сюда пришел? Я должен тебе съесть. О, нет, не ешь меня. Боюсь. Ты думаешь, я шучу? А ну иди сюда. Постой, вообще-то я пришел сюда устраиваться на работу аниматором. По приглашению вашего директора. Отведи меня к нему. Ладно, иди за мной. Еще один человек пришел устраиваться на работу аниматором. Думаю, никто не заметит, если я прослежу за ними. Босс, к вам пришел человек. А, это вы? Отлично, третья жертва готова. Ой, я оговорился, третий аниматор готов. Одевайте костюм и полезайте вон в ту капсулу. Мы проведем небольшую медицинскую процедуру. А может не стоит? Я здоров как бык. Я ведь спортсмен, у меня даже справка есть. Эту процедуру проходят все работники. Она безболезненна и не опасна. Мы просто продезинфицируем вас, чтобы вы не заразили наших дорогих детишек. А, в этом дело. Так я сегодня руки мыл. С мылом. Я слышал, вы любите поесть. Если залезете в капсулу, я дам вам вот этот пирожок. Тогда я согласен. Синий, можешь идти к детям. Они тебя уже заждались. А ты что тут делаешь? Детям нельзя тут что находиться. Идем поиграем что в догонялки. Вы делаете мне больно? Выпустите меня! Можете оставить порошок себе! Почему тут дядя кричал? Директор сказал, что это не больно. Все это очень подозрительно. Тут происходит что-то ужасное. Мне страшно тут находиться. Больше не хочу сюда приезжать. Заканчивай скорее завтракать. Поедешь в твой любимый парк развлечений. Нет, я не поеду развлекаться. Я хочу учиться. Что ты сказал? Ты у меня сейчас получишь. Живо собрался и поехал отдыхать. Развлекаться, смеяться, веселиться и радоваться, как ты любишь. Но бабушка, ты вчера сама сказала, что я сегодня должен делать уроки. Мне нужно уехать по делам. Когда вернусь, не знаю. Я не хочу, чтобы ты оставался один. Поэтому ты поедешь развлекаться в любом случае. Ну ладно. Видно, придется немножко отдохнуть. Ничего себе. С каждым днем посетителей становится все больше. Может рассказать этим взрослым, что тут, возможно, небезопасно. Но они мне не поверят. Ведь у меня нет доказательств. Только посмеются надо мной, как над хейтером, который говорит гадости из зависти и злобы. Дамы и господа, сегодня у нас уже трое аниматоров. Мы растем с каждым днем, благодаря вам. Эй, куда претесь? В очередь, дети мои. Ничего себе, какая очередь. А кто последний? Вы. Позвольте нам пройти вперед. Нам только спросить. Знаем мы ваши спросить. Ждите, как все. Мы с дочкой тут со вчерашнего вечера стоим. Давайте играть в догонялки. Может, сначала в прятки? Да давайте я вас съем, а то я голодный. Догонялки! Ух, поймаю и проглочу. Поймал. Ай, больно. Синий ее укусил. Он в самом деле кусается? Я так не играю. Я все маме расскажу. Она вас побьет. Я не специально. Это случайно получилось. Кусил, а теперь убегает. Нужно последовать за ним. Может, узнаю, что тут за чертовщина происходит. Ай! Постой, мальчик. Не пугайся. Я не причиню тебе вреда. Что вам нужно? Умоляю тебя. Вызови полицию. Хорошо, но для начала расскажите, что тут происходит? Меня пригласили сюда устроиться на работу аниматором. Но потом, когда я понял, что меня хотят превратить в живую куклу, я сбежал. А почему вы там сидите? Я ведь бездомный. Живу в канализационных и вентиляционных трубах. Вот и заскочил сюда по привычке. Но выбраться не могу. Кстати, подай что-нибудь на пропитание. Тише, кто-то идет. Отлично. Посетителей все больше. Деньги текут рекой. Скоро я стану богат.
Но нельзя на этом останавливаться. Мне нужно больше аниматоров, и чтобы они были всех цветов радуги. Где же прячется этот бомж, которого я хотел превратить в фиолетового? Это что за жопка торчит? Меня раскрыли. Почему ты там прячешься? Ты все слышал? Я знаю все. Вы насильно заставляете людей работать на вас. Это неправильно. Босс, я искал вас. Постой, Синий. Так значит, ты говоришь, что я насильно принуждаю к работе. Синий, скажи мне, тебе нравится играть с детишками? Разве я заставляю тебя делать это? Или ты хочешь уйти от меня? Босс, мне очень нравится эта работа. Пожалуйста, не прогоняйте меня. Ты сам все слышал, мальчик. Я тут никого насильно не держу. Да? Тогда почему этот человек, который сидит в вентиляционной шахте, говорит, что вы хотели превратить его в куклу? Ах, вот где ты спрятался, фиолетовый. Я не фиолетовый. У меня есть имя. Теперь не сбежишь от меня. Вы преступник. Я вызову полицию, и вас посадят в тюрьму. Синий, схватить мальчишку. Да, босс. Думаю, он никуда не сбежит. Ведь выход с другой стороны. Но все равно, нужно позвать зеленого и оранжевого, чтобы сторожили выход. Мальчик, где ты? Думаю, под коробкой. Меня не найдут. Выходи. Не бойся, я не стану тебя есть. Ведь босс приказал тебя схватить. Уважаемые посетители, на сегодня мы закрываемся. Приходите завтра. Но мы только пришли. Мы заплатили вам за вход, и вы прогоняете нас. Ой, мужчина, какой вы мелочный. А пиццу со скидкой кто ел? В связи с аварийной ситуацией парк развлечений закрыт. Приходите завтра, вход для всех будет бесплатный. Зеленый и оранжевый, за мной. Где мальчишка? Босс, я не могу его нигде найти. Повезло, что он сегодня приехал без родителей. У меня есть время решить эту проблему. Все ищите его. Когда найдете, заприте его в подвале за решетку. И доложите мне. Я буду у себя в кабинете. Подумаю пока, что с ним делать. Я тут уже все обыскал. Мальчик хорошо спрятался. Будет тяжело его найти. Не беспокойся. У меня прекрасный слух. Даже если он притаился где-то, я услышу его дрожащее от страха дыхание. Не мешало бы для начала подкрепиться. А где еда? В кормушке ведь была еда. Ах да, это ведь я ее съел. Что же делать с этим малолетним шпионом? Превратить в куклу? Ну тогда его будут искать родители и полиция. Может, если изменить настройки, то получится. Кто там? Это я, босс. Поймали мальчишку? Еще нет, босс. Тогда какого черта ты, ненасытный рептилоид, приперся сюда? Босс, не сердитесь. Я просто очень голоден. Я не могу что-то делать на пустой желудок. Пока не найдешь мальчика, никакой еды. Вон отсюда. Какое же проблемное существо. Оранжевый ушел. Их осталось всего двое. Если я вылезу из-под коробки и побегу, то смогу сбежать. Я ведь быстро бегаю. Вот он! Лови его! Вот не ожидал, что на пути окажется зеленый. Бежать некуда. Ты зажат с двух сторон. Я слышу, как стучит твое сердце, малыш. Ты всего лишь загнанный в ловушку кролик. Ха-ха, проскочил. Где же он? Я почти поймал его. Последний рывок, и я на свободе. Я сейчас тебе нос откушу. Босс сказал запереть его. Вот ты и добегался. Посадим его за решетку. Раз я поймал его, думаю, я заслужил кусочек от этого беглеца. Босс сказал доложить ему, когда поймаем. Но вряд ли он будет рад, если ты его съешь. Да я только руку откушу. Мне этого будет достаточно. Постойте, задумайтесь. Вы ведете себя как монстры. А ведь еще недавно вы были людьми. Ты ошибаешься, мы не монстры.
Только что эта зубастая ящерица хотела откусить мне руку. Эй, я не ящерица, я крокодил. Понял? Тебе что, жалко одну руку отдать голодающему? У тебя же еще одна есть. Только послушайте, о чем он говорит. Только монстры едят людей. И никакой он не крокодил, он человек. Ты ошибаешься. Мы радужные друзья, которые прибыли из волшебного леса. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это все враки. Ваш босс вас обманывает. Нет никакого волшебного леса. Не может быть. А как же розовые пони и радужное королевство? Еще вчера вы были людьми. Вспомните. Ты рыжий. Я не рыжий, я оранжевый. Ты спортсмен, который много бегает, поэтому всегда голоден. Вчера ты нагло спер со стола торт и слопал его. Хотя это был наш торт. А ведь он прав. Кажется, я вспоминаю. Меня выгнали из спортивной лиги из-за применения допинга. Поэтому мне пришлось искать работу. А зеленый? Обычный слепой лысый дядька, которого боятся дети. Это неправда. Никто меня не боялся. Даже когда я был зрячим, надо мной все издевались в школе. А когда я стал слепым, дети во дворе еще больше стали подшучивать надо мной. Называли кротом, подсовывали мне подушку в пердушку. А когда я попросил мальчика отвезти меня в магазин, он повел меня на свалку. Проклятые детишки! А ты, синий, пришел ко мне домой. И принес пригласительный в парк развлечений. Помнишь, там со мной еще бабушка была. Ах да, та чокнутая старуха. Ее страшное лицо тяжело забыть. Я начинаю вспоминать, что до работы аниматором я был обычным безработным. И меня бросила девушка. Получается, мы просто кучка неудачников. Спасибо, что помог нам вспомнить. За такое и съесть не жалко. Не унывайте, еще не поздно все испортить. Ой, еще не поздно все исправить. После того, как директор будет наказан за свои злодеяния, вы сможете многого достичь вместе. Ведь вы радужные друзья. Да, ребята, он прав. Мы радужные друзья. Да. И мы добьемся справедливости. Да. Эй, куда же вы? А как же я? Меня забыли. Чего приперлись? Мальчишку схватили? Мы радужные друзья! Да! Что на вас нашло? Мы требуем справедливости! Да! С ума сошли? Справедливости не существует! Ты без нашего согласия превратил нас в монстров, но сам остался человеком! Поэтому тебя постигнет та же участь! Да! Как они узнали? Неужели это их мальчишка надоумил? Полезай в капсулу! Подождите, давайте я закрою дверь, чтобы нам никто не мешал. Ха! Дурачье глупое! Вы действительно думали, что я такой неудачник, как вы, и дам себя превратить в монстра? Как же я тогда смогу пользоваться своими деньгами? Лови его! Не дайте ему уйти! Кажется, моим планам безбедной жизни не суждено сбыться. Поймал! Ах ты, проклятая крыса! Босс, теперь вам не уйти! Вы станете таким же монстром, как и мы! Так будет справедливо! Ладно, я согласен. Но при одном условии. Этого тоже превратим в фиолетового. Не слушайте его, он вам мозги пудрит. Если мы его отпустим, то он все расскажет полиции. И тогда наш парк развлечений закроют. И детишки больше не станут приходить сюда. Босс прав. Мне жизнь не мила без милых вкусненьких детей. Согласны. Нет. Когда я залезу в капсулу, нажмите зеленую кнопку. Только ни в коем случае не нажимайте красную. Не хватало мне еще, чтобы у меня память стерлась. Погодите, одевайте костюм красного червяка. Какого еще червяка? Там просто красная голова должна быть. Но я видел на картинке. Там должна была быть красная гусеница. Где? Вон там. Ничего нет. Так что не морочь мне голову, я буду красным злодеем. Приступаем. Жми зеленую кнопку. Как щекотно.
Ну что, довольны? Да, босс. А что, я вполне неплохо выгляжу. Теперь приведите ко мне мальчишку. Я сотру его память за последние несколько дней, и он забудет о том, что тут произошло. А мы сможем дальше развлекать наших гостей. Ведь и мы... Радужные друзья! Бабушка, я вчера сделал все уроки. Можно я поеду в парк развлечений? Ты уже был там целых 3 дня. Правда, с этими занятиями голова забита. Уже не помню, как это было. Хочу еще туда съездить. Вынуждена тебя огорчить, акция закончилась. Не беспокойся, бабуль. У меня есть купоны на бесплатное посещение. Ладно, твоя взяла. Раз ты решил все задачи по математике, можешь поехать. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Пусть старуха в следующий раз даст побольше денег. Шара на бесплатную пиццу закончилась, малыш. Ах да, бабуль, в парке сказали, чтобы родители дали с собой побольше денег на пиццу и напитки. О нет, грабеж среди бела дня. Вот тебе и бесплатная акция. Карпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, коммент оставил. Карпик ждет, давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, да, yes, о да, детка.